Привет, любимые и уважаемые! Сегодня я хотел бы познакомить вас с новым автором. Открою небольшой секрет. Скоро я представлю вашему вниманию большую прозу этого автора. А сегодня, так сказать, за знакомство. Я взял случайное стихотворение, не глядя. Олег Михеев. Девочка на трапеции. Стройная, как китайский фарфор, девочка на трапеции, ты глазами синих озер украла мое сердце. Ты не знаешь, как в пустоте рвутся нежные струны. Я, поверь, совсем не хотел становиться безумным. Страшно, если ты не успел, не родился с восходом. Среди тысяч сотканных тел облачился уродом. Девушка в платье коротеньком, словно сама эротика, обожгла и промчалась мимо. Я теперь на полуночной кухне кофе пью со стряхнином. Милая моя ведьма, ведьма, приходи ко мне этой ночью. Мы с тобой взорвем к черту небо, разнесем его в клочья, клочья. Ты не мисс Освенцим, ты не леди Вермахт, ты всего лишь стерва, что лишилась веры. Ты из рюмки цедишь золотистый вермут. Ты всего лишь стерва. Ты всего лишь стерва. Всегда с любовью и уважением к слушателям. Читал Костя Суханов.